На телеканале «Гелиос» вы смотрите программу «Служба 112». Меня зовут Асия Трабаданова. Здравствуйте! За истекшую неделю Управление гражданской обороны чрезвычайным ситуациям провело следующую работу. В течение месяца сотрудниками управления проводится ряд пожарно-профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей – в целях уменьшения риска возникновения ЧС в летний пожароопасный период. Основное внимание уделяется на наличии на объекте пожарного водоснабжения, пожарного водоема, состояния электропроводки, а также наличие первичных средств пожаротушения. Всего проверке подвергнутся 20 банкетных залов. Спасатели управления ГУ ЧС и ПБ оказали помощь. У жильцов одной из квартир по улице Батурмурзаева заклинило замок, и попасть в свою квартиру для них стало практически невозможным. Получив звонок, спасатели выехали по адресу и в считанные секунды вскрыли дверь. В местах массового пребывания людей большое внимание должно уделяться безопасности, особенно противопожарной безопасности. В связи с этим сотрудники управления ГУ ЧС и ПБ провели объектовую тренировку на рынке «Лидер» по теме действия руководства личного состава при ЧС техногенного характера. Работники рынка показали хорошую подготовку, в считанные минуты справившись с поставленной задачей. По окончанию тренировки ведущие специалисты отметили, что цели и задачи тренировки в целом достигнуты. Подготовка и проведение тренировки на территории рынка «Лидер» оценивается как удовлетворительно. Практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи прошло у спасателей управления. Занятие проходило по вопросам, как действовать в чрезвычайных ситуациях, что значит собственная безопасность и как правильно оценивать критическую ситуацию. На практике отработали оказание первой медицинской помощи при ДТП. В целях изучения и пропаганды курса ОБЖ в школах города специалисты управления ГУ ЧС и ПБ присутствовали на открытом уроке ОБЖ в 8 классе школы номер 7 по теме «Физическая культура и закаливание». При проведении урока учащиеся проявили активность, отвечали на задаваемые вопросы. Как отметили специалисты, урок был проведен на должном уровне. На уроке ОБЖ присутствовали методисты и преподаватели ОБЖ школ города. Это был обзор за неделю. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш инстаграм, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До скорой встречи, до свидания.